Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Компания «Не так топка» представляет: «Сгорела жопа» или «Офигенный баланс» на соло RM Warface. Чурачело, давно жопа не горела. На соло РМ, да еще и без доната. Да ладно, нормально, Кэп, нам-то уже не привыкать, сука. Наши яйца, они просто стальные. Наши жопы, они просто уже температуры устойчивые. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит, а также капитан Очевидность. Алоха. Красавчик. Мы играем в Warface. У меня для вас есть отличненький анекдот. Доктор перебирает анализы. Знаете, у вас все отлично. Сердце у вас. Как у юноши. Печень. Как у ребенка. Мина сотого уровня. Да, мина сотого уровня. Почки тоже как у ребенка. Так. Пенис, к сожалению, тоже как у ребенка. Да! Так оно и бывает, сука. Так, давай-ка под огнем. Так, хедшот, деточка. You got own, мой сладкий. Да. Ты, кстати, обрати внимание, вы в меньшинстве. Тебе придется тащить команду. Кэп, ну что теперь делать? Это же соло РМ. Это самонагиб. Это полное горение жопы. Это худшее, что вообще, наверное, есть в Warface. Это соло РМ. Хуже ничего нету. Серьезно, вообще ничего нету. То есть вот нет ни одного режима, где жопа будет гореть сильнее. Вообще. Его не существует. Не существует вообще. Не может быть такой ситуации, где жопа, наверное, горит сильнее, нежели соло РМ. Потому что люди, которые играют соло РМ, мне такое ощущение... Хедшот, деточка, да, вот это вообще сочно было. С почином, рачина. Благодарю, Нарина. Люди, которые играют соло РМ, в своем большинстве, подчеркиваю, большинстве, они вообще не знают, как играть подрыв. Да. Кто-то скажет, что, типа... Кстати, не надо сюда ходить, я слышал, ты идешь, брат. Ну не ходи, сука. Вот не ходи. Не ходи. Ну и зря, ладно. Ходи, хер с тобой. Да. Я же говорю, люди... Нету тебе совести, Ракутагин. Издеваешься над нубероидами. Да никакие они не нубероиды, блин. Это же нубероиды. Это, пацаны, там, с Альфа, с Браво, блин, твинководы, кто угодно. Какие нубероиды? В этой игре вообще тут нубероидов уже, помню, не осталось, серьезно. Не, на самом деле осталось, конечно, они есть. Но мне кажется, они долго не задерживаются. О, жена еду принесла. Спасибо, родная. На, люблю тебя. Так, золотая жена. Жратву носит. Задрочить можешь сколько хочешь. Вообще не мешает. Все нормально. Хедшот, деточка. Вообще жизнь удалась у меня, что там говорить. Пацаны, вообще все хорошо. Мне нравится. 4-0 иду, я красавчик. Да. Жопа. Жопа. Я не знаю почему. О, нифига себе. Вот это да. Вот это вот тут. Смирно. Вольно. Пустой голове. Руку не прикладываю. Да, есть такое. Вау. Шутки IQ 1000. Ой, Кэп, хотя бы IQ 1000 есть. У нас средний IQ сотка. Я думаю, у тебя ее не будет. Понял? Я тестировался. У меня как раз сотка. Кэп, не забывай. В тесте Айзека погрешность 10. 100 это норма, 90 это уже дебил. Значит, у меня 110. Да нет, Кэп, скорее всего, ты как раз 90, ты дебил. Я сейчас встану и уйду, понял? Ладно, ладно. Я, знаешь, твоих тестов не видел. У меня IQ 128. Даже с погрешностью у меня будет норма все равно. А у тебя, блин... Ну, вообще, эти тесты все херня, ребят. Это фигня, запомни. Это все неправда. Мозголо. О, Кэп. Вот это ты какую кнопку? Надо уже было нажать кнопку у себя там озвучки. Хедшот. Ты нажал мозголом. И после этого... Там кнопки, сука, перепутать сложно. Их всего несколько. И после этого
Бля, ну это вообще, это тоже вот. Короче, нет у тебя 100 IQ, понял? Соси хер своим IQ. Пошел в срань. Что-то мне кажется, вот эта вот вся вакханалия очень долго будет длиться. Да, потому что это жопа. Потому что это соло РМ. Я не могу понять, почему люди так играют, серьезно. Вот люди сразу, вот правда, вот эти люди многие. Большинство здесь твинководы и так далее. Люди играют 5, 6, 7 лет, я хрен его знает сколько. Почему они так играют? Объясните мне. Тут же элементарно все. Неужели за 5 лет нельзя было научиться? Мне непонятно, серьезно. Вообще не могу понять, как так. Че, ты обратно пошел, что ли? Не могу. Бомба обезврежена. Ребята, вы просто Dream Team. Обороняйте бомбу. Иди в жопу, Кэп. Какой нахрен Dream Team? Че вообще происходит, пацаны? Ну хватит, ну я вас умоляю, ну не надо. Почему так? Давай, штурмовик, иди там. Молодец, штурмовик. Так. Бля, они ходят, просто по одному сливают. Пацаны, не надо, ну пожалуйста, ну будьте людьми, сука. Ну останьтесь, бля, ну не надо нагибаться. Почему я должен все это терпеть? Мне жопа горит, серьезно. Чем самое интересное, снимаешь там, не знаю, мясорубку какую-нибудь, а сейчас типа это не в моде. Люди пишут, играй соло РМ. Я иду, короче, подписчики просят соло РМ играть. Ешь, сука, жопа сгорает. Вот какого хрена, сука? Че он тут делает? Почему все слили? Давай не будем эту запись выкладывать. Мы будем это выкладывать. Мы будем выкладывать. У меня горит жопа, блин. Сколько можно, сука? Почему вы так нубите, пацаны? Я не понимаю, блядь. Сколько можно? Зачем я вообще в эту игру играю? Если еще 8 лет пройдет, вы еще, сука, 8 лет все будете нубить. По какому твинку уже создадите птички, ежики, блядь, эти, сука, все бессмертные львы, сука, котята? Сколько можно? Мне жопа сгорает в этой игре. Я не могу понять. Люди вообще головой тут не думают, они жопой как раз и думают. Зачем пошли? Это не команды. Разработчики, пожалуйста, сделайте вот запрет соло РМ вообще. Вот если ты нажимаешь РМ соло, тебя кидает не сюда. Ну признавайся, сильно горит? Вообще жопа сгорает, просто сгорает. Пусть если ты играешь соло РМ, тебя кидает на командный бой. Хедшот, детка. Вот на командном бою эти пацаны, они нормально прокатят. Не надо кидать людей на подрыв соло РМ. Те, кто играет соло РМ в большинстве своем, они вообще не знают, как подрыв играть. Против тебя самый сбалансированный класс. Самый сбалансированный у нас снайпер. Наши бедные разработчики никогда его не нефят, все жалеют, холят. Тихо. Не надо, не надо, не бери. Не бери, не надо это делать. У меня ж, сука, горло уже болит, серьезно. У меня голос скоро пропадет, пацаны. Ну почему? Какая же все-таки это дрочь? Какая дрочь? О чем ты вообще? Про Warface. Про Warface, да, Warface. Дрочь полная, сука. Я люблю эту игру. Но, блин, почему-то самый центральный режим, он в команде, он слишком легкий, в нормальной команде. В соло это полная жопа. Причем, даже если ты побеждаешь, ты не получаешь удовольствия в соло. Потому что ты играешь вообще непонятно как. Это, сука, просто рандом какой-то сплошнейший вообще во всем. Вот что происходит? Что делает моя команда? Я не могу понять. Пацаны, вообще, куда-то... Один куда-то на бассейн ушел. Что он там делает? Вроде как и... Даже что-то и делает вроде как и правильно. Я не могу понять, понимаете, вот человека, который привык играть в нормальной команде, он вообще, у него просто голова здесь отказывается работать. Ты сам начинаешь тупить, ты реально начинаешь хуже ромба играть. Потому что ты вообще ничего не можешь понять. Вообще ничего не можешь понять. У меня бывает, я в таких комнатах против достаточно слабых противников, с такими же моими тиммейтами, я отыгрываю хуже всех. Я могу в минус играть, реально, без шуток. Потому что я вообще не могу понять, что происходит. Это вообще какая-то, сука, другая планета. Это другой Warface. Понимаете? Здесь люди, они просто... я не знаю, на каких-то первобытных... Сука, бля! Бля, жопа. Как думаешь, они что-нибудь поменяют в ближайшее время на РМ? Да, они поменяют. Они новый сезон запустят. Да! Они запустят новый сезон, и будет то же самое все. Разработчики, ну это не работает, как вам объяснить, я не знаю.
Реально, что-то надо поменять, баланс поменять, еще что-нибудь придумать. Сделайте, правда, РМ, я вас очень прошу, на мясорубке, сука, я вот никогда на подрыв в жизни не вернусь. Я не хочу играть так подрыв. Мне же просто, у меня вот очко, оно полыхает. Полыхает, я уже скоро ни одним ковшиком не потушу это. Вот понимаете, дилемма, да? В команде слишком легко, неинтересно. В нормальной команде ты просто все выносишь. Это тупо как-то, знаете, вообще на ПВЕ интереснее играть, чем на этих РМах. А в соло РМе играть просто жопа. У тебя жопа горит не потому, что сложно, наоборот, часто легко. Но это не подрыв. Это просто вакханалия какая-то. Люди тупо бегают. Медики, они не ресуют. Инженеры просто могут бомбу не брать. Снайперы, они просто в минус играют часто. Все, они больше ничего не делают. Про седов я вообще молчу. Раньше была мода, если ты хреново играешь, брать медика. Теперь мода брать седа. Результат не меняется. То есть, как бы, человек лучше вообще не играет от этого. Вообще ни разу. Так. Давай, давай. Вот так, хэдшот, мой сладкий. Даблкил вам. Так. Ну, все нормально, давай. Да ёбаный насос! Это самый глубокий осос за последнее время. Меня прям радует это видео. А у меня горит с этого. Всё, сука, люди вообще не знают. Тут просто задача, вот, понимаете, вот на этом блице. Долбанный блиц, кстати, разработчики. Почему вы его никак не уберете? Чем он вам так нравится, я понять не могу. Когда вас студия о чем-то просит, вы не делаете, вы все на зло делаете. Сука, блиц, нет, мы блиц оставим. Да хотя какая разница, блиц, не блиц. Охранять бомбу надо в защите. В атаке надо наступать и обезвреживать эту бомбу. Надо вот здесь находиться, пацаны. Сзади надо обязательно находиться. Обязательно. А наши ушли куда? Откуда вы ушли, пацаны? Если вы имеете информацию, понимаете, что их убьете, ладно. Но вы же не имеете такой информации. Да. Замечательно. Давайте, пацаны. Не надо ходить. Не надо ходить, твоя задача бомбу охранять. Просто, сука, охраняй план. Больше ничего не надо. И инженерам не надо перестреливаться на такой дистанции. Стой. Стой, брат, сиди здесь, все. Я понимаю, что ты хочешь показать уровень MVP. Но давай мы просто сойдемся на том, что ты будешь сидеть на жопе ровно. И никуда, сука, никуда не лезть. Ну не ходи туда, ну я тебя очень прошу. Ну будь человеком, сука, ну не издевайся. Не съедай мой мозг, пожалуйста. Мой мозг, он просто разложению подвергается, когда ты так. Понятно все, да, молодец. А я не пойду. Вот я не пойду, сука. Вот так вот хэдшот вам всем. Я не пойду. Интересно, а если добраться, скажем, лиги до второй, третьей в соло, там тоже такая жопа творится? То же самое. Я на первой играл. Вот мы с ребятами первую лигу апнули. Я решил соло поиграть. Точно такая же дрочь, абсолютно. Я даже не знаю, как на первую лигу попадают люди такие. То есть реально, я не представляю. Реально там играют люди, то есть, ну вот как здесь, там и там. Соло РН там всегда постоянно, ты играешь вот просто команда с овощей базы какая-то. Я извиняюсь, я сегодня резкий, сука. Но у меня горит просто вот. Соло РМ это вообще, сука, какая-то планета идиотов. Я не могу понять, как это, сука, так происходит. Вот зачем наш тиммейт пошел? Куда ты пошел? Зачем там слился? А, ну да, он же сет, сука, ему море по колено. Давай. Давай, заходим. Заходим, пацаны, красавцы. Все втроем, наверх, четверем. Ладно? Ладно, ничего страшного. Это не самый плохой вариант. Бывает и хуже. Бывает и хуже. Сейчас мы спокойненько спустимся и все сделаем. Все мы сделаем, пацаны. Аккуратно. Главное, аккуратно. У тебя в спине, бро. Тихо. Я не знаю, куда он пошел. Ладно. Все. Все. Во, кстати, вот этот раунд нашей команды нормально сыграл. Просто услажим 10 сразу. Красава, братишка. Ну что, когда в следующий раз на соло? Никогда, никогда, сука, нет. Ну придется снимать, вы же это смотрите, вам нравится. Я вообще терпеть не могу соло РМ, отвечаю, пацаны, мне горит от него. Зачем? Почему? Вопросы разработчиков, почему это происходит так? Почему на РМ ничего не меняется? Почему такой автобаланс? Почему вопрос к игрокам? Почему вы так, сука, нубите на 8-й год игры? За что, сука? За что мне такое наказание, бля?